Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в Tomb Raider 3, осматривать прототип от 20 октября 98 года, третий уровень. Да, и вроде мне игра дала даже сохраниться. Что это значит? У меня теперь есть загрузка. А с какого уровня я могу загружаться? Я понял. Все, спасибо. То есть мне удалось перейти на этот уровень, не начиная новую игру, как бы. Сохранив свои запасы. Ну ладно, пока можно, будем пользоваться. Так, наверху оттуда я пришел. Тут у нас ничего нет. Пойдем сходим за первым секретом, который находится, собственно говоря, еще здесь. Ну тут секретов-то нету, но места уже готовы под секреты. Или не готовы, погоди-ка. А вот этого нету, по-моему, еще секрета. Где я перебираюсь-то на руках здесь? Да, этот не готов, видимо, еще. Некуда ползти-то. Ха-ха. Я обычно здесь слазил. И перемещался. А так меня куда закинет-то вообще? В самый низ, что ли? Где я погибну? Нет, этот секрет, значит, еще не готов. Его сделали потом только. А я здесь погибаю или не погибаю, я не пойму. Наверное, погибаю. Плыву-то я долго. Довольно-таки. Ну, у меня пираньи уже сожрали практически. Да. Ладно, нету так нету секрета. Обойдемся, значит. Не готов еще здесь секрет, понятно. Так, вот там у нас что-то есть. В нише. Ну да, здесь у нас полезные предметики. Патроны к МП5. И... флееры. Забираем их. Сейчас будем на транспорте кататься. Там я помню, два пути. Так, ну поехали, Лара. Ой, зачем это-то оставлять было? Ну ладно, оставили так оставили. Так, стоять. Не провалиться бы. Ну яма как яма. Как была, так и осталась, да. Ничего вроде больше подозрительного я не вижу. А, стоп, тут надо будет разогнаться. Но потом, сперва надо тут секрет взять. Поэтому правильно, что я слез. А тут зачем? Ничего тут нету. Так, ну тут надо аккуратно, по-моему, слазить. Там у нас шипы. Или не шипы. А, или тут тоже не готов секрет. Или погоди, или он прям в яме. А, ну да, он прям в яме. Понятно. Зажгу флеер. Ну, посмотрим. Да, вот патроны для дробовика вижу есть. Также еще флееры. То есть место готово под секрет. Большая аптечка. Да, насколько игра не доделана еще, да? На эту дату. Хм.
Ну и залазим на самый верх. Сейчас будем разгоняться на транспорте. Надо хорошо разогнаться. Не знаю, хватит ли этой дистанции. Хватило, окей. Едем дальше. Так, а здесь нам, по-моему, рано, да, я спустился. Так, музыка заиграла. Тут опять темнота, не видно ни хрена. Есть что в яме? Я ничего не вижу. Ну, значит, ничего и нету. А тут что? Так, туда вперед нам надо, но сперва надо дверь открыть. Значит, сперва налево прыгаем. Вот сюда вот. Так, что у нас здесь? Ага, змеюка. Давай Узи, что ли, возьмем для разнообразия. Конечно, не Desert Eagle. Так, ползем куда-то вперед. Здесь ничего, ничего. И залезаем наверх. Сзади я ничего не вижу, так что бежим вперед. Так, а внизу у нас как раз дыра, вот, куда я могу спуститься, но мне туда не надо. Расстреливаем еще одну змею. Мне надо вот сюда вот, правильно, открыть дверь с этой стороны. Открываем. Река Ганг, по-моему, называется этот уровень. Заиграла музыка, и сюда теперь транспорт надо пригнать. А, и тут еще обезьяна пришла откуда-то сверху. Друг, откуда ни возьмись. Не допрыгнул, да? Плохо. Плохо, нагнался. Опять не доезжаем. Блин, а почему? Не, ну так не пойдет. Почему мы не допрыгиваем, Лара? Нет, это слишком... Слишком назад дал. Опять не допрыгнул. Или это надо вообще сделать так, чтобы... Погоди, ну у меня же тут нету быстрого хода. Нету. Тогда что я делаю не так? Не допрыгивает она. Да чтоб тебя. Я вот и тогда я тоже мучился с этим моментом. Дебильно. Нет. Слишком заносит ее сейчас. Да нет. Или тут надо в один присест. То есть с разгона это все сделать.
Наверное, да. Сейчас я уже не смогу. Ну давай разгонимся. Попробуем еще раз отсюда. Надо хорошую скорость набрать и не потерять ее, главное. Сейчас я потерял ее, к сожалению. Так, может быть, все-таки получится. Не получается. Дебильный транспорт. Хорошо, я здесь засейвлюсь. Попробуем отсюда начинать. Не, не набирает она скорость. Да чтоб меня. Почему так? Ладно. Почему-то не допрыгивает она. Мне, по-моему, нужен там транспорт. Я что-то не могу допрыгнуть никак. Может, кнопка ускорения какая-то другая? Может, R2? Так, как заново забраться туда мне сперва? Вот я забрался сюда. Ай, блин. Эх, неудачно сохранился. Давай еще раз. Нет. Что не так? Не получается вписаться в поворот даже. Во! Заехали мы сюда. Не то. Вау. А, может, R1? Нет. Не получается. Почему-то R1 она вообще как тормозит. Нет, нет. Давай его вот, короче, из этого угла будем пытаться пробовать. Вот, почти, почти вроде получилось. Не туда. Или не получилось. Нифига не получилось. Нет, ну эта кнопка явно не отвечает за газ. Вообще тут есть. Вот треугольник я сейчас зажимал. Блин, почти же получилось. Что за фигня? Давай, держись. Есть, заехали наконец-то. Так, сохраночка, кристалл у нас. Так, стоять. Возьмем кристалл. Еще обезьяна выбежала. Так, ну это дополнительный
Погоди, а он что, не сделан, что ли, как дополнительный ход? Да нет, сделан. Обратно-то я не заберусь уже явно. Вот так я должен на транспорт туда попадать, по идее. Но я здесь побываю потом. Так что пошли другой путь. Садимся, значит, в транспорт. Сохраняемся. Так, что у нас тут? Яма, по-моему, сейчас одни крутые. В центре, да? А, нет, вот. Там перепрыгнуть первую. Так, даем задний ход, Лара. Разгоняемся. Есть. Еще яма. Яма по центру. Яма слева. Проезжаем. Так, теперь надо спуститься аккуратно. Я помню, у меня с этим были проблемы. Так, заглянем в то место, где был секрет. Не знаю, есть ли он сейчас тут или нет. Вроде есть уже. Вот это вот место. О, кстати, а внизу вода. А я не помню, там была вода разве? Но все равно это не, до добра вроде не доведет. Если я туда спрыгну. А здесь у нас гарпуны. Ну что, возьмем их. Берем еще кристалл и берем патроны для УЗИ. Окей. Лезем назад. Разворачиваем Лару. И спускаемся вниз. Так, что будет все-таки, если я спрыгну в воду? А, течение, понятно. Значит, нам не надо туда прыгать. Тогда сейчас разгоняемся и перелетаем через эту яму. О, отлично. Так, а здесь у нас что? Ну, тут я ничего не вижу, хотя... Я могу здесь забраться? Может, тут что-то оставили? Да не, не похоже. Обманка. Еще одна пещера. Проход справа. А зачем он нужен? Погоди, там мост, что ли? И проход слева. А, я вспомнил это место. Да-да-да-да-да. Погоди, мост какой-то странный. Не было такого моста здесь раньше, по-моему. Он был немного иной. Так, а здесь кто-то есть? Не, ну я помню, тут что-то взять можно. Да. Вот там вот патроны. Например. Какая-то птица, по-моему, должна спуститься. Да. Убиваем птичку. И прыгаем назад. Назад. А, еще одна. Окей. Ай. Плохой прыжок. Плохая дистанция. Вот так вот надо прыгать. Так, а тут у нас что? Я забыл.
Да, я не знаю. Здесь я никуда не попадаю, по-моему. Ну да, не вижу, чтоб я отсюда куда-то мог попасть. Ни вперед, никуда. Да, ладно, садимся в транспорт и едем по этому мосту. Теперь. Вот он, оставленный мой транспорт. Поехали. Поехали. Ох, а мост-то чё? Не понял. А чё с мостом-то? Я не могу на нём проехать на транспорте? Или он недоделан? Похоже, мост не для транспорта. Понятно. А я справлюсь здесь? Без транспорта, я имею в виду. Так, можно на ветку запрыгнуть, с ветки на другую. Здесь ничего нет, да? А здесь? Здесь тоже не вижу. А, вон еще транспорт впереди. Ничего себе, это компенсация, что ли? Да, похоже. Так, ну на ветку я, наверное, зря прыгал. Ничего мне это не дало. Ладно. Выходим отсюда. Бежим по мосту. Прыгаем дальше. Так, а я допрыгну до туда без транспорта? Да нифига, а как тогда? Не понял. Мне ж патроны надо взять. А как я туда попадаю тогда? Интересно. Или надо было с ветки прыгать? Или тут спуститься можно? А куда спускаться-то? Был я там снизу? Нет там ничего. Непонятно. Может, в какую-то другую сторону прыгать тогда? Да нет, тут она скатывается. Ну а как тогда? Тут явно с транспортом надо. Окей, давай попробуем с ветки. Может, с ветки получится. Транспорт сюда проехать почему-то не может. Вот только с какой ветки? Он явно не с этой. Значит, стой. А, погоди. Может быть, надо на... Вот туда прыгать сперва. Туда-то я точно не допрыгну. И зачем? Я что, так в пещеру попаду? Да нифига. Или если я подтянусь, я сделаю сальто назад и типа залезу. Да нет. Бред. Так, давай-ка вернемся. Может, транспорт все-таки проедет по этому мосту. Отставить. А, или тут можно забраться наверх куда-то? Нет, нет, не похоже. Или можно? Не, не похоже вообще.
давай еще раз попробуем. Мост отличается, и правда. Вот я еду, но он сразу проваливается. Она сразу у меня проваливается, я не могу осмотреть. Как же я тогда туда попадаю-то? Да никак, блин. Может быть, я с этого этажа смогу попасть? Да вряд ли. И это не сколько лететь-то придется. По-моему, если транспорт в воду попадает, то смерть сразу. А. Нет, не сделали так как раз вот. Не продумали еще разработчики, по-моему, вот этот момент. Давай еще раз посмотрим, может, я слепой. Чё-то не вижу, чё-то не догоняю. Может, есть какой-то другой вариант? Ай! Нет, так не получится. Может, мне наискосок надо прыгать туда вот? Да вряд ли. Да сколько прыгать-то мне? Конечно же нет. Это далеко. Все для транспорта сделано. И такой прыжок не поможет. Ну-ка. Вряд ли. Вот это недоработочка с этими мостами. Мне кажется, я не смогу там побывать теперь на этом пути. И взять секретку одну, да? Которая не факт, что сделана. Не, ну так она съезжает. Если я делаю сальто назад. О, кстати, может и можно зацепиться. Ну-ка. Может и можно. Там же сальто назад можно делать с переворотом. Ну-ка. Нет, не получается. Блин, ну тут надо еще... Еще раз сделал такой прыжок. Ня, не цепляется. Да чтоб тебя. А, вот. Даже так возможно. Тогда можно сделать быстрый прыжок. Это вообще идеально было. Упасть вот так вот. Но надо постараться так сделать. Ну, почти, кстати. Почти. Никогда так не делал. Нет, я даже мог еще подождать немного. Во! Обманул нахрен. А я смогу забраться потом? Наверх-то. Ни хрена себе, я красавчик. Интересно, разработчики вообще в курсе были такого плана? Так, отдай-ка я эту штуку с гранатомета попробую поджарить. Вообще разлетелся в хлам. Есть еще, правда, ракетница. Интересно, разработчики вообще
были в курсе, что так можно? Наверное, были. Я нашел выход из трудного, блин, из трудного положения. Надо сохраниться только. Вот, так вот. Да, и тут еще и транспорт дается, кристалл. Ну и все на этом. Садимся в транспорт. И... А че он газу-то дал? Погоди. Тормози, тормози. Как мне его затормозить теперь? О, фух. Я уже думал, все, неудачно сохранился. Нельзя сразу сохраняться, как садишься в транспорт. Он какой-то бешеный становится. Да чтоб тебя. Да как так-то? Мало разгона беру. Во, нормально. Окей. Вылазим отсюда. Так, а кто-то есть из живности вообще? Никого не вижу. Так, а транспорт мне... Я этот смогу потом забрать-то отсюда? По-моему, уже нет, да? То есть зря я так сделал. Наверное, мне надо было его спустить вниз. Или я разобьюсь? Погоди-ка. Нет, не разбивается она. Не, ну оставлять его наверху мне не хочется совсем. Так, залазим. Наверх. Или я не смогу туда уже попасть? А я не помню, как я туда попадал. Я, по-моему, вот так вот. Ну да. Все правильно. Сейчас посмотрим, есть ли это место. Так, а как я тут делал? Ой, птичка. А как тебе с гранатометом? Нормально? Нормально я. Ой, еще одно. Главное самому не загореться. Так, окей, сюда я залез. Дальше куда? А, дальше на скат. И вперед. Ну как бы готов этот секрет. Тут у нас патроны и аптечка. Я вот не знаю, как активировать чит-код Кози, чтобы Лара могла в любую точку карты попадать. Наверняка можно даже в этой версии. Разработчики наверняка этим пользовались всегда. Смотрел неоднократно видео. Так, ну нам вот туда надо. На тот скат теперь. Отлично. Так, разбегаемся. И бах, есть. Спрыгиваем вниз. Так, и там кто у нас сейчас будет-то вообще? Какая живность? Садимся в транспорт. Можем, да, съехать?
обезьяны, по-моему. Или меня здесь не должно было быть с транспортом? Что-то никто не выбегает. Странно. Ну ладно, тогда я иду к вам. Как-то не попало. Мелкая заразина. Да, и тут, по идее, конец уровня. Ладно, давай возьмем вот эту штуку, МП-5. Постреляем из нее. Так, ну сперва возьму кристалл. Сейчас попробую сходить на другой путь, как я делал это. Это сложно, да, но возможно, как оказалось. Ой, пираньи тут какие-то бешеные, смотри. Как будто их заглючило здесь. Ой! Зачем я загрузился? Ну ладно. Задавлю. Где вторая? Доставьте этот транспорт, он нам больше не поможет. А, хотя стоп, или поможет. На транспорте-то я бы точно бы туда попал, нет? Надо попробовать. А может и нет. Не, наверное, не поможет транспорт. Ладно, будем сами. Соскользнуло. Почему ты соскальзываешь, Лара? Или я не на ту прыгал раньше? Да, я, наверное, на дальнюю прыгал. Почти. Нет. Да куда ты? Вот туда я прыгал, в бок. Не. О, есть, ура. Так, и куда я дальше тут прыгал? По-моему, вот сюда сперва. Вот сюда, вот сюда. Вот там есть проход. И здесь что-то есть, да? Или нет? А, нет, здесь тупик. Ничего не вижу. А где я тут цеплялся-то? Вот здесь вот что ли? Нет, не... Куда ты сохранила? Зачем я сохранился, дурак? Я не на ту кнопку нажал. И что теперь, все? А я тут не выживаю, да? Тут смерть. Стопроцентная. Блин, а предыдущий сейф нельзя загрузить, да? Если ты затер уже. Наверное, нельзя. Я случайно нажал F2. Ну ладно, тут в принципе конец уровня уже. Ничего там такого особенного-то не было. Не, ну выжить здесь уже точно нереально. Сжирают пираньи. Стопроцентная смерть. Thank you.
Не выберешься ты отсюда. Хоть даже лечись, не лечись, бесполезно все. Хоть даже все аптечки съешь. Убивают они тут быстро. Бесполезно. Да. Надо было все-таки на кристалл сохраняться. Тоже. На всякий случай. Вот от таких моментов. Ну ладно, что ж, будем тогда заканчивать на этом уровне. Там, в принципе, уже как раз проход внизу. Следующий уровень. Я не думаю, что там что-то глобально было изменено. Слава богу, есть возможность начать с другого уровня. Ну, что поделать. Так, а где я сохранялся? В начале уровня, да? Нет, ну я могу, в принципе, загрузить начало уровня, быстро пробежать его. Хотя давайте, наверное, да? А быстро удастся мне? Вопрос. Или знаете, как можно поступить? Я вот сейчас загружусь. Мы через другой путь пойдем. Вот так вот сделаем. Разнообразие. Пофиг, что я ничего не соберу, все равно тут никаких секретов нету. Но тут есть альтернативный путь, я не буду лезть вниз, собирать там все это. Хотел я все забрать. А, блин, опять тут прыгать надо. А мне нужен этот транспорт там. Опять мучиться. Так, ну вот я его вроде пригнал. Не получается. Я чтоб тебя. Нет. Да, с прыжком тут явно проблемы нет. А я еще раз сохранюсь. Здесь вот я сохранялся. Есть. Вылази, Лара. О, ты допрыгнула? Ничего себе. Что-то думал, что нельзя. Дайте я вообще тебя из ракетницы прикончу. Тоже нормально горит. Ракеты тоже хорошо карают. Пофиг на все эти секреты, нычки. Может, еще и уровень не удастся закончить. Кто его знает. Так, нет, не туда вперед. А, забыл про тебя. Ладно, аптеку возьму.
мелкую. Так, нажимаем кнопку, открываем дверь. И сейчас попробуем исследовать второй путь. Вот так вот. Добираемся на эту сторону. Тут у нас обезьяны. Не, ну ракетница, конечно, хрень. Давай, Desert Eagle лучше. Не очень удобное оружие. Так, а тут есть что-то еще? Хм. Не вижу. Плавают пираньи. Пускай все плавают. Сколько им угодно. Так, а внизу что? Ничего нету. И тут путь какой-то есть. А здесь можно зажечь спичку. А, вот аптека. Я помню, что что-то было. Так, ну и что у нас здесь? Я запамятовал. Тут тупик. Да, тут тупик. А здесь проход какой-то. Я не помню, на транспорте сюда. Так, вот тут проход есть. А здесь обезьяны. Обезьяны. Так, справа путь. А справа еще одна пошла. И вот тут еще секрет, типа, да, или не секрет, что тут у нас был. А, змея тут у нас. Не отравила? Вроде бы нет. А зачем этот путь? Лаз. А, ключ здесь у нас первый. Да, вот. Вот оно что. Ганеша или Индра? А чё она не берет его? Не понял. Чё-то не берется ключ. Блин, тут сломалась опять эта хрень. Анимация. Нафиг я сохранился. Она же сейчас не починится. Не починится. Ну да, не достается оружие даже. Ох. Секундочку. Так, пришлось мне переиграть заново до этого места. Ну, недолго. Я все-таки должен взять этот ключ. Ломалась анимация. Гейткий. А, это не Ганеш. Ключ от ворот. Да, не все на одно лицо. Ключи. Да, вот этот путь намного интереснее, на самом деле. Он мне больше нравится. Так, тут, по-моему, есть где-то еще, куда можно пойти. Пещера. Да, вот здесь вот. В кустах. Что-то есть тут? Не вижу. А, тут патроны и флееры. Ну, давай заберем. Главное, чтобы оно больше не сломалось.
дальше куда? Либо сюда. Да, скорее всего. Или нет. Нет, тут ворота. Ключ вставлять в другом месте. Вот сюда, по-моему. Да, тут пещерка вот. Ну, разворачиваемся. Есть что-то? Не пойму. Ничего не вижу. Кто где? Ага, обезьяна. А здесь у нас что? Ничего нету. А, нет, вот аптечка есть. Маленькая. Пойдем открывать ворота тогда. Еще патроны лежат для дробыша. Блин. Обезьян тут много. Здесь ничего. А, надо два ключа. А у меня один только, да? А второй ключ в другом месте. Ладно, пойдем искать. Я примерно помню, где он. Залазим наверх. Еще одну обезьяну расстреливаем. Здесь залезть же нельзя. Нельзя. Вот те самые ворота. Блин. А тут болото. Да, сразу утонешь. Ага, вот тут быстро можно залезть. За кристаллом. Окей, берем кристалл. Мне еще вот эти ворота открывать. Двое ворот. Ну, здесь я никуда не залез. А здесь у нас что? Ничего не вижу. Ничего. Не, ну где-то же можно здесь залезть. А, вот тут. Точнее, левее. Нет. А, еще левее. Да нет, странно. А где ж тогда? Здесь стоять нельзя. Здесь тоже. Или надо со ската вот этого прыгать. Возможно, задом, да? Да, вот так вот. Понятно. Ну тут я тоже ничего не вижу. Не вот сюда тогда. Было, по-моему, упрощено забирание на эту ветку. Я, по-моему, сразу мог на нее забраться. Так, а здесь у нас зеленые ветки. Там где-то рычаг есть, да? Еще одна обезьяна. Нет, не рычаг. Вот сюда мне надо идти. Тут у нас огни. Много огней. Но тут я ничего не вижу. А с этой стороны не помню. А, вот ключ где. Понятно. Тут не только ключ, тут и ракета.
патронов куча, и обезьян. Целые джунгли. Вот здесь. Так, ну и можно, по-моему, выбраться вот здесь вот. Внизу. Только осторожно. Не загореться бы. Еще одна. Охренеть. Кровососы. Ну тут я ничего не вижу. Абсолютно. А, вон кнопка. Вижу кнопку на выход отсюда. А, и ворота открыли, мы понимаю. Понятно. И тут дверь открылась. Очень много обезьян. Так, а тут еще что-то есть, да? По-моему. Здесь можно залезть. Вот отсюда надо прыгнуть туда. Вот. Тут патроны для дробовика. Подбираем. Так, здесь аккуратно болото. Так, ключ я взял, да? Взял. Возвращаемся тогда. А куда нам деваться? Мы же там не проедем, получается, вперед. Без транспорта. А вообще можно. Я-то знаю, как можно без транспорта здесь пройти. Супер прыжком. Они думают, что я не смогу. Ха. Да, вернулся я на то место. Ну ладно, пойдем откроем. Пригоним сюда. Транспорт. Где спускаться? Вопрос. Что я забыл? Вот туда мне, да? В люк. Да-да-да-да-да. Вот здесь, по-моему, вставляем ключ. И открываются ворота. Можно вернуться за транспорт. Вопрос, где он? Где-то здесь, по-моему. Типа сюда я должен ехать. В этот поворот. Залазим наверх. Садимся в транспорт. Найдем задний ход. Сперва сохранимся. И едем, 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 едем. Поворот налево. И еще левее. Так, а как тут проехать? Ступеньки, блин. Ой-ой-ой. Я понял. Ошибочка.
Болото лезть нельзя было. О, отлично, перепрыгнули болото. Едем дальше. Ну вот я приехал. Что предполагается вот так вот перелетать. Сейчас стоять. Надо осмотреться. Все-таки я смотрю, что там было. Вот сюда, по-моему, я прыгал. Берем здесь патроны и гарпуны. Отлично, взяли. Дальше куда? Ну, видимо, вот туда, вперед. Так, прыгаем на ту сторону. Здесь у нас ничего нету. Видимо, ничего. А, ну все, тупик. Бежим назад. Ай. Ладно, короче, не буду я там ничего собирать. Так, проедем. О, есть. Что тут у нас? Куча обезьян, да? Ни одной не вижу. Ну тут нам не подняться никак. Да. Все, блокируем. Ну здесь я, наверное, пешком пройду. Все-таки сумасшедшие эти пираньи. Так, прыгаем на ту сторону. Птица. Убиваем птичек. И прыгаем дальше на платформу. А дальше спускаемся вниз, видимо. Там вот расщелина есть. А здесь тоже что-то лежит. А, патроны к МП5. Ну а потом уже и в воду мы. И там вроде выход из уровня. Пофиг, что я не собрал в итоге все вместе. Зато я осмотрел все места. Берем кристалл. И спрыгиваем назад в воду, наверное. Больше там ничего не было. Все, спрыгнули. Замечательно. Тут у нас ничего нету, да? А, ну нам теперь за водопад. Определенно. Забираемся. Так, а тут что? Ничего нету. А, вот тут проход.
как раз таки. Идем в него. Вау. А, не сразу конец уровня. Надо еще чуть дальше пройти. Понятно. Да, уровень даже прогрузился. Ну, никаких секретов все равно нет в статистике. Отчаиваться незачем. Перезаписываем просто и все. И последний уровень на тему Индии будет. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся в следующих сериях. Пока-пока.